Библиотекарь краевед Луневского дома культуры Наталья Волкова известна многочисленными исследованиями родного края. Для жителей Лунева она провела лекцию-презентацию и рассказала о своей деятельности и творчестве. Как я стала краеведом? Может быть, кого-то из молодых людей, которые здесь находятся, ходят в патриотический клуб, это заинтересует, и те тоже займутся историей родного края. Многочисленные статьи и книги созданы Натальей Волковой с большой любовью к малой родине. Наталья Андреевна является соавтором различных изданий об истории Подмосковья. Я рассказывала о своей краеведческой деятельности, как вот я стала краеведом, начиная вот от своего рождения в 1952 году в селе Поярково, о том, как была моя первая публикация в газете «Знамя октября» в районе Солнечногорской, ныне это газета «Сенеж» в 1969 году, сколько было опубликовано статей в газетах и журналах, как издавались первые мои книги. Встреча с библиотекарем-краеведом Натальей Волковой состоялась в рамках проекта «Герои Химок». Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.